День шестой. В день шестой у нас происходит визит в Иерихон. Вторник, 26 мая. Вообще в это время в Иерихоне уже жарко. В Иерихон советую вам приезжать, если есть такая возможность, да, в феврале, в марте, ну никак не в мае. А помимо всего прочего, с Иерусалима в Иерихон сейчас добраться занимает минут 40. Ну а тогда, во времена Антонина Капустина, это целая история. То есть это полдня дороги как минимум. А так как ночью была опять служба в храме, то утром спали и собрались выезжать только в 2 часа дня. Вот видите, едва успеваем к 2 часам все собрать, уложить и в путь направить. Аккуратно в назначенный момент выезжаем из консульских ворот. Я держусь поначалу прибочного положения, за углом города уже делаюсь предводителем каравана и направляю его прямо на Илион, в Висфагию и в Вифанию. За Масличной горой у нас находится большая арабская деревня, которая сейчас называется Эль-Лазария. Ну и, вероятно, она как раз-таки построена на месте библейских Вифсагии и Вифании. Там же у нас с вами Эль-Лазария, она названа, да, соответственно, в честь святого Лазаря. Спуск в могилу святого Лазаря, пение там тропаря и литийца малое, и слово некое от лени и прочим. Великий спуск к источнику учеников. Бесконечное виляние по длинной уади ход. Уади или вади, как мы сейчас обычно говорим, это пересыхающий водный поток. Остановка с чаем и пирожками у гостиницы «Доброго самаритянина». Вперед от заходящего солнышка. Пикеты солдаты там и сям, вовсе ненужные сумерки. Дебрь-Хазевицкая – это очередной овраг, тоже уади. Там у нас с вами находится монастырь святого Хазевита. Спуск в равнину Иорданскую, наш приют. Палатки в саду, размещение гостей по комнатам, скорый ужин. Сон на скамье под открытым небом. Ну, фотография на слайде – это традиционное место, почитающееся как гробница Лазаря. Оно, в общем-то, и сейчас сохранилось, но достаточно сложно к посещению. День седьмой. Значит, вся эта кавалькада переночевала на русском подворье в Иерихоне, о нем еще немножко поговорим, и отправляется дальше в паломничество на реку Иордан. Утречком, но это не совсем утречко, это скорее среди ночи они встают, пока не совсем жарко. Да? Помните, что я вам сказала, что в Иерихоне в мае месяце уже очень жарко. Паломничество на реку Иордан. В 3 часа уже все были на ногах. Имеется, да, 3 часа ночи. Я, конечно же, был готов ранее других и по-прежнему ехал впереди за кавасами. За мной скороход нес на палке горящую смолу. 4 планеты смотрели нам прямо в глаза. Пока доехали до святой реки, совсем рассвело. Немедленно мы устроили плотик на воде, тот самый, который служил нам 6 января, и начали водосвятие. Пели Виссарион, Казубский и Дмитрий. Чуть мы кончили службу из поставленной при самой воде палатки, стали выбегать ноги и фигуры и погружаться в Иордане. Все происходило живо и спешно. Ну, вот такие вот красивые виды на реку Иордан на открытках печатались в 19 веке. Сейчас, конечно, воды стало поменьше, но вообще последние 2 зимних сезона были достаточно у нас в Израиле водными. И говорят о том, что, возможно, откроют плотину, и тогда река Иордан снова потечет в Мертвое море, как и раньше. По поводу русского приюта в Иерихоне, вот как раз здесь на этой фотографии он показан строящимся, приюта, который, в общем-то, тоже организовал Антонин Капустин. Вообще, надо сказать, что этот приют был вообще первым европейским зданием, построенным в Иерихоне. До того, как Антонин Капустин купил в Иерихоне участок земли и затеял там строительство, Иерихон
был такой очень запущенной, бедной деревенькой. А уже после русского архимандрита в Иерихон потянулись и другие европейцы. Так вот, искупавшись в реке Иордан, значит, вся эта великосветская, да, кавалькада возвращается в Иерихон. И что пишет у нас Антонин Капустин в своем дневнике? «Благополучно еще до жару возвратились мы в свою Московию. Под тысячным деревом пили чай и презентовали при всем публике кисть бананов, только что срезанную в пуд весом. Затем следовал отдых на рогоже под лимонами до самого полудня, к которому возвратился третий великий князь, искупавшийся вторично в Иордане». Значит, интересно это все про бананы. Да, бананы в Иерихоне хорошо растут до сегодня. В 5 часов вечера. Значит, в 5 часов вечера садимся на конь, посылаем мысленный поклон 40-дневной горе и едем обратно вчерашним путем в Иерусалим. Солнышко лезло в глаза, пот катил градом. Ну, по поводу 40-дневной горы, вот нашла фотографию, старую фотографию 40-дневной горы или горы Каранталь, мы как принято ее так называем. Это греческий монастырь, который прилепился прямо к горе. Да, это в 1913 году, как гора выглядит. Теперь дальше. Дальше ведется разговор с великим князем. Вот я здесь специально в презентации разместила квадратик, потому что вы наверняка думаете, что это разговор с Сергием Александровичем. Посмотрите, в чем... О чем, значит, разговаривает Антонин Капустин и великий князь. Ведется разговор с великим князем. Просит, чтобы я помолился Богу, чтобы ему попалась жена православная. И когда это ему удастся, он напишет мне о том и еще раз вместе с нею приедет ко мне в гости. Я отвечаю, что, может быть, и приедет, только уже не ко мне, ибо я старый человек и ближусь к своему концу. Помните, да, что ему на тот момент 64 года. Нет-нет, возвращает строгательную любезностью собеседник. Непременно к вам быть посему. Пошли ему Господь великую княгиню православную. И вот сейчас мы с вами этот квадратик сдвинем синенький и увидим, что там есть. Ага, а там у нас не великий князь Сергей, да, а у нас там великий князь Константин. Вот как-то так. Оказывается, немножко по-другому, не так, как мы думали. Но, тем не менее, через 7 лет великие князья снова вернутся к Антонину Капустину на Святую Землю. Тогда уже будет закончен храм Марии Магдалины на Масличной горе. Да, они приедут на его освящение. И тогда у нас Сергей Александрович приедет со своей великой княгиней Елизаветой Федоровной. А что же стало с великим князем Константином? Так вот, великий князь Константин Константинович венчался 15 апреля 1984 года с принцессой Елизаветой Августой Марией Агнессой, второй дочерью принца такого-то, такого-то, прочитаете сами. Русское имя у нее Елизавета Маврикиевна, и православие она не принимала. Так что вот его мечты, в общем-то, не очень выполнились. Тем не менее, вы видите, что у них было очень много детей. Поэтому, вероятно, брак все-таки был счастливым. День 8. Четверг, 28 мая. Утром раздача подарков. В консульстве раздача подарков великокняжеских. Осман, сияющий всеми радостями от пожалованных ему часов. Больной Якуб туда же глашается и тоже получает часы золотые, после чего снова ложится в постель, преследуемый лихорадкой. Степанов с коробкой, из которой вынимает и вручает мне 10 свитков с наполеонидами. Яко же речено было
Вифлееме и Веси. Тоска умиления по всему случаю. То есть вот эти вот 10 тысяч, которые ему обещали великие князья пожертвования, да, на постройки, они же, в общем-то, ему и вручают. Но, в общем-то, экскурсии этим не заканчиваются, экскурсии-то великих князей еще продолжаются. День 8, четверг, 28 мая. Прогулка по крестному пути. Затем отправились пешие, консульскими воротами, по местности бывшей церкви первомученика Стефана к Дамасским воротам и городом до австрийского госписа, имеется в виду австрийская гостиница, австрийский хоспис, как мы его, в общем, сейчас приняли, принято его называть, извините, и пошли затем по крестному пути все три поворота, пока вышли к русскому месту, которое тоже осмотрели. Значит, что имеется в виду? У нас с вами очень известное место в старом городе, Александровское подворье, которое, в общем-то, будет построено очень-очень позже данного визита. И на тот момент это место еще даже толком не раскапывалось. Единственные раскопки, которые здесь проводились, здесь копал французский археолог Шарль Клермон-Гано. Копал он здесь в 1874 году. Вот. Что тогда там осматривали? Развалины, раскопки? Ну, вероятно, что-то в этом роде. Дальше продолжают они свою прогулку по старому городу. Обошли и весь пустырь бывшего ионитского приюта страшно глубокими цистернами. Наконец, еще раз обошли всю внутреннюю часть храма Воскресения. За Явскими воротами их высочество ожидала коляска, в которую меня обязательно заставили сесть рядом с великим князем Константином. Ну вот так, значит, заканчивается великокняжеский визит уже в Иерусалиме. Последняя такая проходка по святым местам. А на слайде, который перед вами, вы видите, как территория, которую мы нынче называем Муристан, а как она выглядела в XIX веке. Ну, действительно, тут развалины сплошные были. И какие-то здесь были глубокие цистерны, которые тоже люди посещали и рассматривали. Что это за цистерны или цистерны? По всей видимости, какие-то глубокие водосборники. И, вероятно, на сегодняшний день от них ничего не сохранилось. Дальше. Пятница, 29 мая, день 9. Зная, что их высочества уже укладываются, я отнес им иконы Святой Троицы, иорданские трости и свои творения по желанию Константина Константиновича. Сложно сказать, какие свои творения Антонин Капустин отнес в подарок к великим князьям в этот раз. Очень может быть, что это либо фотографические альбомы, либо какие-то его живописные, значит, работы, либо, может быть, какие-то паломнические реликвии, крестики и так дальше. Но про крестики еще будет речь позже, поэтому все-таки, вероятно, не крестики. Увидав последние, Сергей Александрович тоже пожелал их иметь в своей библиотеке. Может быть, это какие-то его научные статьи были, которые, значит, он презентовал великим князьям. Он очень много писал. Отозвав последнего в сторону, я дерзнул молить его не давать мне креста с бриллиантами, а лучше сделать по-прежнему блестящей всю нашу миссию и прежде всего добиться уничтожения царского декрета о закрытии миссии. Это очень важное предложение. То есть, вы смотрите, человек, да, просит не давать ему орден, а лучше постараться сохранить, значит, русскую духовную миссию на Святой Земле. В 5 часов мы делали последнюю милую экскурсию с великими князьями к царским гробницам. Пешком. Вот пешком это тоже очень красиво здесь звучит, потому что очень часто сильные мира сего Иерусалим смотрят только из окна автомобиля сейчас, к сожалению. Да, вы видите, вот великие князья везде ходили ножками. Грустью повеяло на меня при всем от мысли, что празднику нашему наступает конец. Дома чай, укладывание в крестики малейших частиц святых мощей великомученика Георгия, длившееся чуть ли не до полуночи.
Ну, пару слов о том, что такое царские гробницы. Место это, в общем-то, давно известно, в Иерусалиме было, но раскопали его только во второй половине XIX века. Это такой был археолог-самоучка де Сольси, француз, который начал это дело исследовать. И изначально эти гробницы назывались царскими, потому что местное население считало, что здесь похоронены цари династии Давида, то есть ветхозаветные цари Иерусалима. Это утверждение, в общем-то, не подтвердилось. На этих гробницах, в этих гробницах, то есть там вот это вход, мы с вами видим две колонны при входе, а там еще огромнейший разветвленный комплекс продолжается внутри скалы. Вот в этих гробницах де Сольси нашел саркофаг, единственный, который был с надписью. И на этом саркофаге написано царица Сидона, и есть предположение, что это царица Елена из Адиабены, известная и упомянутая у Иосифа Флавия. То есть это гробницы гораздо более поздние, чем династия Давида. К тому времени династия Давида уже не существовала. Скорее, они относятся к евангельским временам, да, и кто здесь еще был похоронен, кроме Елены из Адиабены, который саркофаг найденный перед вами, мы точно не знаем до сего времени. Ну, потихонечку мы сейчас с вами будем уже заворачиваться. Суббота, 30 мая, дорога. Вот дорога на самом деле была очень интересная. Дорога из Иерусалима вниз, в Яффо, чтобы в Яффо опять сесть на корабль. Суббота, 30 мая. Поднесение их высочеством крестиков со святыми мощами. Вспоминаем, да, что это те самые крестики, которые Антонин с ними возился до глубокой ночи накануне. «А государю есть?» – спрашивают. Киваю головой в знак согласия. Шумно выходим все из дома миссии. Великие князья садятся в экипаж. Их осыпают цветами. Раздается звонок, и 9 колясок уносятся одна за другой за церковные ворота заведений. Остается моя последняя, по милости Николы, накрытая тентом. Уносимся и мы, раскланиваясь с публикой направо и налево. Торжественный, хотя и с подкладкой грусти, моментик. Нагоняем передних и занимаем 3-е место между колесничками. Летим славно. Передо мною торчат белые фигуры по 6 неузнаваемыми лицами. Великие князья, конечно, впереди всех. Без тента и даже без зонтиков. Летят, не оборачиваясь. Ну, можно себе это все представить, описано достаточно живо и наглядно. По поводу остановки на дороге. Значит, вот эта дорога из Иерусалима в Яфо. Первый раз она была приведена турками в более-менее приличному состоянию и сделана проезжей для колясок. К визиту на Святую Землю Франца Йосефа. Это произошло у нас в 1867 году. Ну, а к описанному периоду, вероятно, она еще находилась в более-менее нормальном состоянии, раз они могли лететь, да, в повозке, в карете. По поводу гостиницы, где они останавливались. Наверняка многие из вас знают местечко под названием Латрун де Шевалье, или Престол рыцаря. Это замок крестоносцев на дороге на Иерусалим. Там же сейчас у нас с вами находится танковый музей Израиля. И там же у нас находится монастырь трапистов-молчальников. Так вот, в XIX веке на месте нынешнего монастыря трапистов-молчальников была гостиница. Гостиница, которую держал араб, взявший такую более европеизированную фамилию Александр Говард.
Ну, давайте прочитаем, что написано в дневнике у Капустина. «Ветерок слабеет, и начинается духота, увеличивавшаяся по мере спуска с гор. Под Сарисом малая остановка и лимонад, отлично, кстати, пришедшийся. Конец горам. Воздух раскаленный, в тени 32 риумера и 39 Цельсия. От жгучей струи ветерка защищаюсь ладонью. Никогда я в Палестине не испытывал такого африканского зноя. В Ларумской гостинице Говарда остановка. Приготовленный под палатку и стол переносим в дом. Закусываем. Мороженое и шампанское весьма-весьма кстати. Пишу великую просьбу о малом деле». Вот эту великую просьбу о малом деле мы еще с вами вспомним. Угу. Ну, а мороженое с шампанским – это такая очень милая деталь. Интересно, как они хранили мороженое, потому что холодильников, вы понимаете, еще не было. Теперь, когда великие князья делают эту остановку под Латруном нынешним, как бы Антонин был бы не Антонин, если бы он чего-то еще там не разведал в это время, когда, значит, все отдыхают от тяжелой дороги. Поэтому следующий слайд. Мы с вами видим опять какие-то гробницы и древности. Тут же, буквально без всякого перехода, после шампанского, да, Константин Капустин пишет: «Осматриваю древнюю гробницу с локулей и привальными камнями, открытую у самого дома». Ну, вот, вероятно, такая вот эта гробница. Это привальный камень лежит, видите, тот, который отвалили-привалили, да, то есть которым закрывали гробницу как пробкой. Узкий вход, в который можно только вползти на четвереньках. И когда вы внутрь заходите, вы видите вот такие вот ниши, которые называются локули. Или на иврите они называются кухим. Овальные ниши для первичного захоронения. Идем дальше. Дальше от Латруна кавалькада отправляется до города Лод, тогда называлась Лидда. И там они посещают церковь святого Георгия, Георгия Победоносца. Лидда, сходим к могиле. Имеется в виду могила святого Георгия в крипте храма. Вот так она выглядит. Смотрите с правой стороны на слайде. «Я пою, величаем тебя, и говорю краткую иктинию». Извините, если я неправильно произношу, потому что я не знаю всех этих наименований церковных. Тут же в церкви Никола спасет его Бог с лимонадом. Очень жарко, правда, в тот день было, да? Мы об этом уже читали. Значит, церковь святого Георгия в Лоде, она восстановлена патриархом Иерусалимским Кириллом и освящена в 1872 году. А отец Антонин участвовал в освящении храма. В общем-то, сейчас это место выглядит вот так, как указано на левой стороне слайда. В сумерках достигаем Яффы. На набережной владыка Иорданский еще плетет по тетрадке их высочеством нечто на прощание и садится с ними и консулом в лодку. Разыскивается великими князьями отец Архимандрит и усаживается рядом с ними, полный грустного чувства расставания. То есть, вероятно, Антонин Капустин не решался, да, поплыть вместе, пока они его не разыскали и практически насильно не усадили с собой в лодку. Маленькая зыбь, герцог Эдинбургский, уже дымит. Подплываем к нему и без труда на этот раз попадаем на трап. Фаланга офицеров раскланивается. В каюте капитанской и за нею на галерейке духота. Улавляю полковника Степанова и прошу окончательных приказаний, как поступить с 1000 франков, пожалованных миссией, ввиду вчерашней истории. Получаю полнейшую власть, распятие их и пустите, тоже и с часами поступить совершенно как мне угодно. Вот он все еще сомневается, что делать с этими деньгами, которые он получил в пожертвовании. Да, тут ему говорят, что вот, пожалуйста, сделай с ними как тебе угодно. Хватаю вещи и спешу в каюту их высочеств.
передаю вещи, любуясь великолепной картиной «Южной ночи» художника Куинджи, принадлежащей великому князю Константину, с которым уклоняюсь в его каютку, передаю ему четки для матери и перламутрик для сестры, и вместе великую просьбу. Он подводит меня к своей божнице, где горит неугасимая лампадка, еще раз просит молиться, чтобы ему досталась православная жена. Тронутый до глубины души его любезностью, я хватаю его за руку и говорю: «Какие вы прекрасные люди!» В свою очередь, тронутый, он отвечает мне задушевно: «Какой вы, милый батюшка!» Этим кончается мой визит ему. В большой каюте я благословляю большим престом каждого из высочеств и прощаюсь с ним. Вот такая умилительная беседа. Ну и, в общем-то, последний наш слайд, вероятно, да, это то, как выглядел фрегат, на котором приплыли великие князья. Я нашла в интернете, сейчас есть все, можно найти все, что угодно, да, герцог Эдинбургский. Вот именно таким вот образом он выглядел. За Яффы подхватили коляску и укатили в свою несравненную Московию Святой Тарифы. Ужин, чай и абсолютный отдых. Так кончился наш столь жданный русско-палестинский с густейшими персонажами праздник всерадостный. Есть у меня еще пару слайдов вам показать. Я вижу, что наше время уже давно истекло. Но давайте все-таки вот последний слайд будем смотреть, вот этот. Да, это старинная фотография склона Масличной горы. Здесь вот внизу находится у нас с вами Гефсиманский сад. Вы видите, что никакой церкви здесь еще нет. Это конец, да, 19 века. Здесь вот гробница Богородицы. А вот здесь в 1882-88 годах будет возведен русский монастырь Марии Магдалины, русский храм Марии Магдалины, на освящение которого и прибудут снова на Святую Землю великие князья. Ну, давайте мы с вами на этом завершимся. И если еще есть силы на вопросы, я буду рада на них ответить. Сейчас я попробую.